Сегодня в России отмечают Национальный день донора крови. Один из важных социально значимых дней был учрежден в 2007 году и посвящен людям, которые безвозмездно сдают кровь во благо здоровья и жизни нуждающихся людей. Также этот день посвящен врачам, которые проводят забор крови и контролируют дальнейшие процессы. Общая потребность в донорской крови в республике составляет от 14 до 15 тонн в год, половину из которых сдают в республиканском центре переливания крови в Якутске. У нас дефицита донорских кадров нет. Доноров нам хватает. Но для того, чтобы больной человек или пострадавший, или родильница получила качественную трансфузиологическую помощь, то есть было безопасное переливание крови, чтобы не было никаких последствий для здоровья реципиента, доноры должны сдавать кровь регулярно. Он должен повторно прийти через 6 месяцев. Если не хочет сдать кровь или плазму, то он должен сдать кровь на обследование. Только после этого мы можем его плазму выдать на переливание крови.